День города и района дает возможность детям интересно и полезно провести время. 15 сентября с 10 утра на Театральной площади спортивные школы района и учреждения дополнительного образования представят показательные выступления и мастер-классы. Для ваших детей это лучший способ не только посмотреть красочное представление, поучаствовать в них, но и определиться с выбором направления дополнительного образования. Здесь же будет организована игровая программа. Приходите, будет весело! В День Славянска на Кубани и Славянского района в городе пройдет первый городской конкурс авторских головных уборов. Что придумают конкурсанты, вы увидите на празднике 14 сентября в сквере «Молодежный», показ в 16:00. Здесь же на 15 сентября пройдет фестиваль рукотворной куклы. Зрителям представят работы, выполненные в различных жанрах декоративно-прикладного творчества. Куклу-победительницу определят народным голосованием. А автор работ получит ценный приз – сундук добра от партнера конкурса. Начнется конкурс в 10 часов утра. Празднование Дня города и района будет наполнено концертами на любой вкус. В 18:00 14 сентября на сцене сквера «Молодежного» в рамках фестиваля «Пятница» выступят стендап-комики из Ростова-на-Дону и Краснодара. В этот же вечер в 20:00 на сцену Театральной площади выйдут талантливые любители славянские группы «Своя среда» и «От квинта». Вечером 15 сентября в 19:00 на сцену выйдет кубанский казачий квартет «Кумовья». С 20:00 на Театральной площади выступит кавер-группа «Бомбей» из Новороссийска. Вечер танцев продолжат диджей Мунрайдер и МС Миха Бунин. 16 сентября в 19:30 на Театральной площади одновременно выступят более 3000 певцов, чтобы установить рекорд России по числу участников импровизированного хора. Приходите на большой концерт «Установим рекорд вместе».